суток на 15 определить. Отстань, кровавый я разговариваю через... со мной вообще. Почему я не должен? Не надо со мной. Вы меня не предъявляете, уберите, пожалуйста, эту руку. А, ну, это слушайте, это вот провокатор, который был у Вити Капитонова. Ром, не отвечает на моего моя человека. Это вы, Ром, а это вы задавали, моя, да? А зачем его трогать? Отстаньте от человека, да? Да. Там у вас сами все, хорошо? Я не возражаю. Ром, это вот провокатор, который приходил к Вити Капитонову. Вы тоже можете. Что? Вы тоже за мной идите. Не, я с вами не пойду. Уважаемый. Не-не-не-не-не, подосмотрите, я журналист, я снимаю. Вы снимаете. Вы... И что? Пойдемте. Нет, я с вами не пойду. Пойдемте. А на каком основании вы журналист? Нет, вы меня скажите, на каком основании задерживаете? Он официальный журналист. Смотрите, у меня есть. Пойдемте. Не надо меня трогать. Пойдемте. Зачем? Вы меня снимаете. Я, а вы при исполнении обязанностей, я имею вы вас право. Снимаете. Вы не и что? Имеете право снимать. И что? Вы должностное давал... лицо, я имею вас я право. Я вам не давал разрешения снимать меня. Вы должностное пойдемте. Лицо, я с вами никуда не пойду. Вы должностное лицо. Пойдемте, я не пойду с вами никуда. На каком основании? Вы меня снимаете. И что? Потому что я не что? Давал согласия снимать меня. Вы должностное лицо. Понимаете? Вы слышите это? Я это слышу. Я прекрасно это знаю. Пойдемте. Вы мне объясните, зачем я с вами пойду? Я журналист. Смотрите, у меня есть аккредитация. Давайте. Нет, нет, стойте. Зачем вам? Дайте вы меня я себе... посмотрю аккредитацию. Пожалуйста, смотрите из моих рук. Нет. Вы мне дайте в руки. Я не буду вам ничего в руки давать. На каком основании вы хотите меня сейчас задержать и доставить в ОВД? Мне кажется, надо силу променить просто. Вы нет, стойте, стойте. Дайте сюда. А, я вам не буду ничего давать, вы мне объясните. Не может применить просто это самое. Объясните причину, ну, на основании это... которой вы они хотите меня доставить в ОВД. Кровавый диктаторский режим, да? Я никого не обвиняю, ну, я лишь всего... Режим. Я лишь... А, а? Полиция не может применить просто силу. Вдруг Европе, а вы не провоцируете? Зачем вы зачем вы провоцируете? Не надо, уберите, не надо. Фотоаппарат. Я не давал свое разрешение на съемку. Я вас, вы уже вот. Сняты. Так сейчас что? Я ваш фотоаппарат вылетит вон туда. Вот. Так, и вот примите это к сведению. Смотрите, он угрожает. Я кто угрожаю вашему фотоаппарату, а не вам. Я выполняю свои журналистские обязанности. Какие журналистские обязанности? Вот предъявить такие. Свою аккредитационную карту. Пожалуйста, полиции, пожалуйста. Все, пожалуйста. Я уже всем предъявлял. Никому вы еще не предъявляли. Предъявлял всем. Отойдите. Пора от меня. Уже на вас. Отойдите от меня. Отойдите уже. Вообще от меня. Уже не разговаривайте вас, со мной. Вам уже определиться за лет не лет, а суток на 15. Суток на 15. Определить. Отстаньте, не разговаривайте со мной вообще. Почему я не должен с вами? Не надо со мной вы разговаривать. Не предъявляю. Уберите, пожалуйста, эту карту. Рука. Молодой человек, он меня трогает руками. Уберите, пожалуйста, эту камеру. Не трогай меня руками. А ты не показывай. Еще раз меня, тронешь что? Меня руками, что? Я буду что? Тоже вынужден тронуть. А что ты, молодой ты, человек. А что ты меня тронешь? Молодой человек. А что ты меня тронешь? Молодой человек. А что ты меня тронешь? Отойдите от меня, пожалуйста. Что ты меня тронешь? Убери, отойдите, убери, от, убери меня отойдите от меня. Убери, и не показывай на меня пальцы. Отойдите от меня. Сломаю. Отойдите от меня, не подходите. Убери палец, я сказал. Отойдите от меня, пожалуйста. Ты сейчас верещать будешь здесь. Отойдите от меня. Не показывай на меня пальцем, я сказал. Отойдите я от меня. Я сказал, не показывай на меня пальцем. Отойдите от меня, я пожалуйста. Не показывай на меня пальцем. Отойдите. Убери камеру. Вы провоцируете. Я провоцирую. Да. А по-моему ты провоцируешь. Отойдите, пожалуйста. Привет, по-моему ты провоцируешь. Нет? Отойдите от меня. Сейчас я отойду. Сейчас я отойду. Отойдите, пожалуйста. Сейчас отойду. Я. Покажи. Это барахло. И кто такой ты? Сейчас я отойду, подожди. Так, вот тут явная угроза. На меня сейчас пытаются напасть вот этот вот господин в очках. Я тебе покажу кровавый путинский режим. Что такое кровавый путинский режим? Ты узнаешь сейчас. Да-да-да, узнаю кровавый путинский режим. Иди сюда. Бегу. Вот, меня догоняют. Полиция, на помощь. Спасите вот от этого идиота.
Вот этот мужчина меня пытается ударить. Я могу испугать кровавую. Молодые люди. Он реально, он меня пытался. Он мне пытался сломать успокой, палец. Успокойся, отойдись, пожалуйста. Оскорбляй, блин. Никто вас не оскорблял. Убери камеру. В сторону отойди. Убери камеру, отойди. Угрожают, у меня есть запись. У меня есть запись. Я тебе сейчас покажу кровавку. Смотрите, я могу ему ответить, скажите. В сторону отойдите, не провоцируйте, пожалуйста. В сторону отойдите. Не, вот этот я выполнял свои должностные обязанности. Кого? Журналисты. У меня есть аккредитация. Вот этот человек привязался ко мне. Вот здесь вот он пытался на меня как бы напасть. На данной территории. Вот на данной, да. До этого. Я. С целью чего сюда пришли? Нет, я проводил человека, все, собирался уходить отсюда. Вот. Все, на этом моя миссия была закончена. Подошел ко мне вот этот человек, начал меня хватать за пальцы. Вот, и в принципе, как бы, потом достал зонт и пытался меня ударить зонтом. Вы ранее с ним были знакомы? Нет, я ранее, нет, я его видел однажды, он приходил. Будьте добры, уберите, пожалуйста, подождите, я уберите, вас... уберите нет, нет, нет. Здесь у нас также ведется видеофиксация, я... Нет, я вас не буду... Не провоцировать граждан. Нет, я вас не буду снимать. Мы людей привезли просто. Давай, давай, просто... Нет, я вот опасаюсь за свое... Подождите, сейчас я уберу камеру. Товарищ старший сержант, пожалуйста, подождите, стойте, стойте, стойте. Смотрите, я вас не снимаю, отстаньте, вообще не разговаривай со мной. Я сейчас, вы слышите, что он говорит? Смотрите, сейчас это все записывается. Вот если, я сейчас освобожу все. Нет, ты хочешь кровопустить, провоцируйте. Я не провоцирую, я пытаюсь отсюда уйти. Уходите, пожалуйста. Вот, оставьте, остановите вот его. А я уйду. Меньше смотрите, смотрите, если он до меня дотронется, смотрите, что делаете. Я тебе сейчас тоже дам, блин. Понял? Руки с... Блин. Вы сейчас все пойдете по мелкому хулиганству. Вы смотрите, подожди, с чего я пойду по мелкому хулиганству? Иди ты нафиг, ё-моё, отстань от меня вообще. Отстань от меня, я пытаюсь отсюда уйти. Чего ты ко мне привязался? Они изображают кровавую. Уйди нафиг, ничего я не изображаю. Пожалуйста. Выслушайте, отстань, пожалуйста, вообще от меня. Помолчите, пожалуйста. Убери камеру. Помолчите, пожалуйста. Выслушайте. Если вы сейчас прекратите нарушать общественный порядок, мы будем вынуждены вас завести в отделение полиции и составить на вас административный протокол. Вы будете писать заявление в качестве. Давай. Вы будете писать? Давай. По данному факту вы будете писать заявление? Уже свидетельствую. Если вы будете писать по данному факту заявление, мы проследуем отделение полиции и будете разбираться там. Я с ним в другом месте, вообще. Не-не, смотрите, вот я хочу на него написать заявление, задержите его, пожалуйста, а уже свидетельствуйте. У меня есть видеозапись. Все, ладно. Да, пожалуйста. Все, все. Смотрите, ребят, вот... Вы сначала, вот, нет, вы дело сначала в том, его оскорбили, а да потом его оскорблял? Скандал спровоцировали. Да где его оскорбляли? Я ему плохого... Я вас не снимаю. Смотри, не надо, что вы? Я ему... Вот так вот, смотрите, все, заканчиваю. Вы сначала спровоцировали.